Ребята, сейчас прохожу мимо, там дерево завалилось. Иду дальше, едет пожарная команда. Ну, наверное, что-то такое произошло. Будем находиться в центре событий. Солнце сзади меня. Я шел, в принципе, платить за квартиру. Шел в комнату, попал в другую. Ну, попал, можно сказать, в центр событий, эпицентр. Это, наверное, они будут выступать в роли спасателей. Ну, а Миша – корреспондент. Ну, что я скажу, работники пожарной команды приехали и устранят это безобразие. Но такое дерево упало, это не халабала. Что, это действительно был великан. Ну, отметки стояли. Ну, оно упало само. Что, у нас пожарники могут не только тушить пожары, принимать роды, но и пилить деревья. Спасать от экстренных случаев. Ребята, самое главное, обошлось без жертв. Мне разрешили подснимать. Смотрел американский сериал, сказали, пожарники должны и роды принимать. Мне сказали, что принимут, но спрашивают, кто будет рожать. Ну что, ребята, вот так Мишенька пошел платить за квартиру, попал на... Короче, попал, лучше не попадать. Слава богу, как сказал начальник пожарников, что все остались живы и здоровы. Ну, никто в машине не находился. Все, идем дальше. О, ветра не было.